сети появилось видео разгона табора ромов на Лысой горе в Киеве. На кадрах видно, как люди убегают от толпы преследователей. Некоторые пытаются обороняться подручными средствами, а в сторону ромов распыляют неизвестное вещество из баллончика. Напомню, в прошлую субботу представители националистической организации Си-14 разогнали табор ромов на Лысой горе, а затем сожгли их палатки. Активистов возмутил мусор, которым был завален парк.